Недавно Тверьстат опубликовал свой новый доклад о социально-экономическом положении Тверской области за первое полугодие 2023 года. Самое интересное из всех данных – это зарплата населения. Какова их динамика, рассказывает наш корреспондент. Тверьстат предоставил данные по номинальной и реальной зарплате населения. Их отличает то, что номинальная заработная плата – это установленное трудовым соглашением вознаграждение, то есть гарантированный доход сотрудника. На эту сумму не влияет ни инфляция, ни изменение цен на товары и услуги. А реальная зарплата – это тот размер материальных благ, который может получить человек на сумму своего номинального заработка. Если номинальная зарплата остается неизменной, а, например, уровень инфляции растет, это означает уменьшение реальной зарплаты и ухудшение материального положения человека. Согласно аналитическим данным, средняя номинальная заработная плата Верхневолжья за период с января по май 2023 года составила 50 554 рубля. Это на 14% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Реальная заработная плата тоже увеличилась. Она на 13% больше, чем в 2022 году. Мы решили узнать у жителей и гостей нашего города, насколько они удовлетворены своим материальным положением и ощущают ли рост заработных плат. Зарабатываю больше 50 тысяч рублей, живу с мужем, нам на все хватает, у нас все хорошо. Ну, я думаю, что человек должен получать не менее там 70-80 тысяч, не менее, а то и более. Как родители на пенсию живут же меньше 50 тысяч. А как живут? Не богато. Ну, если пятеро, вот, как трое детей и двое взрослых, то нет. 50 – это нет. Невозможно. Тут надо 100, 100-120, вот так. К слову, в Тверской области действительно можно найти множество вакансий, где обещают платить 50 тысяч и больше. Это и водители, и складские рабочие, и повара, и продавцы, и юристы. Представлено огромное разнообразие профессий. Оплата труда зависит от уровня знаний, подготовки и опыта работы сотрудника. Стремительно появляются новые профессиональные ниши, которые оказываются очень прибыльными. Чаще всего это все, что связано с IT. К примеру, разработчики компьютерных программ, системные администраторы, онлайн-учителя русского языка и литературы, а теперь еще и редакторы для нейросети, программисты, тестировщики. Все эти специалисты могут рассчитывать на вполне солидное жалование и безбедную жизнь. Однако не стоит гоняться только за деньгами. Какой бы работа ни была, важно, чтобы она нравилась и приносила удовольствие.